Сдержать распространение наркотиков и снизить число преступлений, связанных с их незаконным оборотом, самая важная задача. Естественно, главная роль в ее решении отводится правоохранительным органам. В 2016 году было выявлено более 300 подобных преступлений, большая часть из которых раскрыта. Из незаконного оборота изъято свыше 4 килограммов наркотиков, из которых 3 килограмма – это героин. Каждый день мы видим, то есть я конкретно вижу, что работа в этом направлении со стороны Министерства внутренних дел идет и организована на достаточно высоком уровне. Со своей стороны, полиция сегодня сконцентрировала усилия на ликвидации преступных сообществ, занимающихся доставкой и сбытом наркотиков. Именно организованные группы причастны к совершению наиболее тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом зелья. Групповая преступность стала более конспиративна. Часто меняются места сбытов наркотиков, номера мобильных телефонов, номера киви-кошельков, что некоторым образом затрудняет проведение ОРМ в отношении указанных лиц. Но несмотря на все эти ухищрения данного преступного элемента, МО МВД России Одинцовская на постоянной основе данные лица задерживаются, привлекаются к уголовной ответственности и убираются с улиц нашего района. По общему мнению членов комиссии, сегодня недостаточно полно используются возможности противодействия наркоугрозе, имеющиеся у общественных и религиозных организаций и различных охранных структур. Конкретно работаем с каждой школой прицельно. Не просто как бы проводим день профилактики, мы и проводим советы по профилактике с участием и родителей детей и так далее. Выходим на родительские собрания, объясняем. На заседании был проработан комплекс дополнительных мер, направленных как на сокращение числа наркопреступлений, так и на профилактику употребления наркотических средств. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».